Так, мы никак не можем остановиться от покупок. Уже какой, третий день, да? Нет, второй. Второй день закупаем, я купил вот такую героиню. И у нас что осталось? Все? Трусы купить. Трусы еще чем, да? Не, погоди, мы что-то еще хотели. А вообще все, есть по сути. Это типа я на зиму купил, я вот зимой это принес. Да, зимой будет ходить. Ну не, осень. Кто тебя потом будет лечить? Ты. Я знаю. Так, в общем. Цепи, цепи. У нас по поводу... А, погоди, нам эти цепочки надо. Ребята, нам дали ключи от крыши, и мы спешим на закат. Бля, сейчас будем закат смотреть. Короче, это... Попозже расскажу, короче, как там, что, открой. Типа, как, почему давали, не давали ключи. И почему это кратковременно вообще. Так, ну, в общем, рассказываю. Мы на крыше, закат не очень, но все равно потусуемся. Короче, управляющий дома хотел здесь сделать мангальную зону. Вот здесь завез песок, не песок, типа, чтобы здесь кайфово было. Вот, в итоге собственники разъехались по разным городам, можно так сказать, и все, ничего не согласовали. Вот, поэтому, чтобы получить ключи, ключи нельзя на постоянку. О, господи, я только что заметил, а нахуя, да? Да-да-да, нахуя этот крест? Ладно, непонятно, но какая-то хрень на самом деле. Это... По поводу ключей, как получить сюда выход на крышу. А что, закат тебя не интересует уже? Да он некрасивый. Так, смотрите, по поводу выхода. Момент есть один. Нельзя сюда выходить постоянно, потому что есть опасения у него, что вот можно вылететь, еще что-то там. Хотя вот ранее это было без ограждения. То есть он, когда я с ним общался, он сделал вот это ограждение для того, чтобы здесь реально собственники собирались, мангал, там вся фигня каждый вечер. Ну, типа, тусовались. Ну, идея очень хорошая, реально. Поэтому хер знает, почему ее не продолжили. Может, было реально круто сделать. Но прикольно. Ключи можно будет брать мне только, типа, звонить ему заранее. И это будет не каждый день. Ну, то есть доступа такого постоянного не будет. Поэтому обидненько. Предыдущий этот хозяин квартиры, ну не хозяин в смысле, а арендатор, он сюда стульчики вытаскивал, тоже сидел, залипал. Ну, короче, вот так это выглядит все. А это обратная сторона той же крыши. С крестом. Короче, это, как я понял, он там плитка, он хотел, видимо, заложить здесь все плиточкой, сделал стандартное ограждение, чуть выше даже 1.20 м, как я понял, и официально здесь что-то проводить, ну, в плане, чтобы можно было реально собираться толпами и отдыхать. Ну, это для собственников сделать хотели, чтобы они прям развлекались, тут мангалы поставить. Интересно. Движуха, блин, прикольная. Согласовать бы это все. И доступ получить было прикольно. Может заняться, кстати, собственно, по всех обзвонить как-то, я не знаю, договориться с ними. Короче, мы приехали на Обское. Это что, водохранилище, да, у нас? Да. Да, водохранилище. И знаете, когда хочется ссать, совсем не хочется смотреть на красивые виды. Мы теперь ищем, где пописить. Где будем писить? А ты будешь писить? Я буду яблоко. А, бля, о.
Она все сжирает. Кстати, есть момент, я пока работаю, она купит себе манго, она купит себе 4 мороженки, всегда покупает себе вкусняшки, и ты я об этом не знаю. Я об этом узнаю ты только... Ты мне борщ привез только через неделю, как обещал. Еще и сушами не кормлю, да? И сушами не кормишь. Мы приехали в ботанический сад. Вот такие вот грядки там. Да не, ладно. Это называется «Ваш цветов». Это что? Название просто шикарно. Так, я думал заехать сюда и сделать бёрнаут, и у меня вопросы. Ни одной охраны, никого нету, но звук машины точно привлечет кого-нибудь. Привлечет клещей. Да, привлечет клещей, которые придут и скажут: «Константин, вы только что попортили...» Это же, как его? Охраняемая хрень, как его? Оплачиваемая. Ну, в смысле, ты что-нибудь здесь делаешь сейчас, и тебе попа. Да, вот оторвешь и тебе руку отрубят. Ну, по сути, так и происходит. Смотрите, вон там красивый, типа. Цветочки. Кстати, когда был в Сочах, там везде вот такая штукенция. Типа ты идешь и везде красиво. А здесь только в Новосибе в одном месте красиво. А и во втором месте красиво, это где мы вчера были на крыше. Все, больше не красиво. Вау, посмотрите. Посмотрите. Посмотрите, как тут красиво. Ух ты ж. Там это красиво, типа. Ой, блядь. Красота, красота, тартота. Ну ты дед. Тихо, что ты взял, кашлянул, чихнул, что это было? А чё, мы в Техасе, что ли? Это что за дерево такое? О. Мы сейчас подойдем и прочтем, если там вывеска есть. Посмотри, какое там только сверху зелени, а снизу палки. Офигеть. Ой, мы куда вообще пришли? Это голубые озера, Алтай? Или у меня в очках оно голубое? Красота, красота. Май, красота. О, крокодил. Где? Вон. Где? Там. У нас же не водится крокодил. Правда? Погоди, а где утки? Вот. Они раньше были здесь. Что? О, бухлишка. Бухлишка. Ну, там булькает что-то. Звуки природы. Водопад. Вау, какой красавчик. Приятного аппетита, парень. Это, мы нашли тую, какую? Западную. Это, помните, видели, вы в магазин приходите, и там искусственные цветочки есть. Я никогда не понимал, откуда их берут, а вот не искусственная. Смотрите, какая штука. По ощущениям, как будто искусственная, как в магазине. А на самом деле она настоящая. Ты прям по первый раз. Сейчас скажу вам, ебать я умный. И, о, ёпта, смотри, какая штука.
Что это такое? И там можно прятаться. Да. Дерево западное. Опа. Ой, и не видно даже. Совсем. Это мой дом. Уходите. Тут съемка запрещена. Педагаз. Вы видели когда-нибудь вот такое вот? Вот-вот. Ну, это логично, да? Типа, допустим, оно упало. Ну, вот это вот видели? Это типа штука растет из штуки наверх. Охренеть. Охренеть. Я такие видела. Я видела, знаешь, кижи, пожалуйста. И три березы сверху росли просто здоровые. Ба. Ну, не залезу тут. Здесь это прохода нет. Что сказал? Это размерчик для моей жопы. Охренеть, вы посмотрите, какая она здоровая. Задница. Посмотри. А что там? Парк бонсай. Там что-то написано. Где? Тут. Ой, написано. Какая-то хрень летает. Ну, там типа красиво. Открыто, нет? А, нет. Вон. Прикольно. Там всякие кипарисы, я вижу, да? Я а, нет, это елки. О, смотри, какие штуки там. Прогулка по экспозиции 30-40 минут 100 рублей с человека. А кому платить? Как красиво. Это что такое? О, там этот, слышь? Этот. Я думаю, что есть. Там теплица. Да. Почему нельзя открыто же? Ну, логично. Мы скажем, а мы не знали. Ну, блин, открыто же. Чего? Экскурсия, прогулка, 300 рублей. Ну и ладно, что-то не очень интересно. О, вы видели? Смотри, какая штука. Типа, елки растут на крыше. Охренеть. Это не трон, это Безумный Макс. Повозка. Нет, это Безумный Макс. Пристегиваешь человека туда и катишься. Мне кто-то в ботинок прыгнул. Баля, как раз Ивану вообще. Ё-моё. Королевна. Просто королевна. Где твои рабы, которые толкают твою колесницу? Она пальцем показывает, кого там нашла здесь. Я не успел. Она застряла. Полезла и застряла. Это было смешно. Я думал, она здесь останется. Ты снимаешь. Так, 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 давай. Иди, аккуратно. Давай, ручку. Иди. Молодец. И жопу всем показал. Все, пригнуться. Давай, пригнуться. Да попали. Здесь мостик. Вау. 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 Кто там, что там? Смотри. Как красиво. Там кто-то живет. Никогда так не делайте. Слушай, здесь, по-моему, автополив стоит, да? Да, еще как-то бонет. Вот, смотрите. Да, какая-то хреновая. Ну, давай ощущать себя так, как будто мы заплатили. Ну, мы можем заплатить. Можем. Штраф. Нет, она не написана, штраф. Вау! Это не мне нравится. Как красиво! Вау! 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 Чё нашёл? Ничего. Шипит!
Можно попить водички. Еще как ебанем. Я бы не стал пить ее. А ее долго не открывали, там земля вообще. Да. Ну иди нахуй. Лягушка, какая ты красивая. Лягушечка. Ляля какая ты, посмотри. Что за радость? Ай, какая ты, посмотри, какая ты вкусная. Ой, видели, что с ней было сейчас? Она как Спайдермен. Я потерял ее. А вот. Она кусается, нет? Нет. Только бородавки от нее будут. Ага, не буду трогать. Давай. Надо не раздавить ее, девочку. Я увидел второй кран. Я не могу удержаться. О, а это походу работать будет. Бля, сейчас как уебет. А, не в ту сторону. Смотри. Смотри. Красиво как. Ой, блядь. Я промок. Я помню, как они поливаются. Он, короче, так и фонтанчиком вниз падает. Вай, смотрите, что нашли. Просто шикардос какой-то. О, как ты очень любишь сидеть. Мы будем есть грузди. Кстати, да, мы шли-шли, увидели грибы на полу, на земле, и подумали, надо груздей купить. Загуглили, заявители точнее, и нашли, в общем, есть у нас магазинчик какой-то рядом с фермер-центром, как там, какой-то засол, не засол, в общем, там есть грузди, и мы сейчас поедем покупать груздей. Ребята, меня раздражает то, что я не понимаю, что это. Я уже третий курс нашел вкусняшек, и мне кажется, это голубика. Это не голубика, ну, господи. Давай съедим ее, нет? Ну, пробуй. Я очкую. Пробуй. Нет. Я очкую, нет. Подожди, это, Яндекс может фото, и они покажут, что это. Ага. Давай попробуем. Ребята, я загуглил, это магония подуболистая, и я без понятия, можно это жрать, нет, потому что она бывает еще желтых цветов, как я понял. Возможно, эти ягодки и были желтыми когда-то. Но что-то очковато. Ты будешь? Нет. Нет? Давай тогда мы покормим. Уходим отсюда. Мы стоим уже 5 минут. И ждем, пока люди уйдут. Пофоткают цветочки. Да. Не хотим подавать пример детям. Сами-то мы не фоткаем цветочки. Нет, мы не фоткаем цветочки. Мы фоткаем лягушек. Да. И не подаем плохой пример. Ну, все, пойдем. Нет, там что, люди. Ну, пойдем. Подержи, пожалуйста. О, у тебя сейчас все будет видно. Ну, ладно. Давай! Там кто-то идет. И какая штука. Красота. Вай, красота. Она кидается камнями. Ой, да ты стрелок. Я левша. Я левша. Где ты берешь? У тебя там что за складирование? Шишек. Вот мы ходили, мы вот фоткались в нижней зоне, а трахались в верхней зоне.
Ребята, меня хотят водой напоить. Сейчас расскажу. Пей водичку. О, это вкусно. Мы купили груздей. Я впервые в жизни узнал, что, оказывается, есть мохнатые грузди. Они, как она сказала, более... Короче, другой какой-то сорт, более другого вкуса. А есть наши стандартники, хрустящие груздички. Вот они. Это сколько? Это купили еще... А, кстати, грузди без пива, а не пиво. Жареная соломка. Жареная соломка сырная. Это халапеньо. А это миди. Миди. Ну, короче, сейчас бахнем. В общем, вечерок удался. Бля, божественно, погуляли, сейчас бухнем. Вау! Я живу в самом прекрасном. Попробуй. Это просто божественно, да? Чесноком будешь понять. Нихуя как вкусно. Ого. Что это за пиздец? Завязывай, давай спим. Ладно, давайте еще попробуем. Стой. Это солонка с халапеньо. С халапеньо? С халапеньо. С халапеньо. Это не склоняется слово. С халапеньо. Вот, что-то новое узнал. Это я открою третью. Кстати, что-то не чувствуется, что она там какая-то острая. Обычно она. Ну, это деревяшки какие-то. Все, запах. Какое лицо? Хрень, похож на сама. Давай сначала чокнемся. Погоди, погоди, не ешь. Стой. Все уже, да? Присосалось. Ну давай. Это вкусно? Если на пиво запивают, вроде невкусно. Ой, ребят. Мы все, я выключаю репортаж, потому что мы сейчас это все съедим. Это я пою, меня утаскивает ласковый май, ледяная зима, гудбай, я не заплачу по тебе, скоро станет потеплее. На прощание сказать сейчас я. Уходи, нахуй не возвращайся. Ари-ари-ари-я, яри-я. Бля, прикольно. Ари-ари-я, я-яри-я. Я матом зиму провожал. Куда? Ты такая бабуля. Ты просто вредность. Да, я бабуля. Я сейчас получу по жопе, походу, да? Положи телефон, развернись ко мне задницей, и Виктор Александрович будет вас наказывать. Какой Виктор? Какой Виктор Александрович? Петров. Петров Виктор Александрович.